Александр Александрович, а каким вы видите читателя своей книги? Ну, это книга про Саратов, мою семью, коллега, житель нашего города, гостям нашего города. Может быть, они что-то не смогут, чтобы найти интересное для себя здесь. Потому что очень интересно, как судьба людей изметает свое город. Когда-то в радостном моменте, когда-то в моменте в начале. Это все для разрыва. Спасибо.